Вот ситуация вот единая диспетчерская служба, как вот быстро этот вопрос решится? Вот многие мерзли, но сегодня многие еще дома мерзли вот по жалобам жителей поселка Бор очень сильно, большая часть поселка Бор. Ну, у нас двухчасовая встреча, подчеркиваю, была с тепловиками. Александр Владимирович, добавьте, я ушел потом. Да, то есть у нас вы остались дальше работать. Сегодня. Пройдите сюда, пожалуйста. Мы сегодня закончилось. Чем закончилось? Да, тут даже сегодня здесь в кабинете. Да. Вот здесь в кабинете я вчера тоже проходил, тут вопросы, скорее всего, к нам, к обслуживающей организации. То есть, ну, есть варианты, как утеплить, наверное, это можно обратиться и к жителям, но хочу сказать, что вот эта вот ситуация, которая образовалась по сегодняшний день, скорее всего, это результат, то есть у меня ежедневный график подачи воды, фактически график подачи воды есть, то есть суббота-воскресенье по техническим сбоям, то есть на 10 градусов ГРЭС подавала меньше той температуры, которая должна быть на, ну, у них выходить со станции ГРЭС. И в 30 градусных морозах вот это все-таки оно дало знать. Практически по всем домам в поселке Бор, сегодня у нас даже приезжал представитель, ну, там, житель Москвы, не грубо говоря, представитель аппарата президента, приезжал в гости, он бывший житель города, у него есть квартира в поселке Бор, он позавчера поехал, купил одеяло. Вот. Но управляющая компания, там в основном Тепло Плюс, они прошли, они увеличили сопла, то есть добавили. Я думаю, что день-два, и, ну, они в понедельник начали добавлять везде, и день-два, и температура должна нормализоваться. Есть же график, то есть есть вот, температура подачи, температура обратки. Вот, чтобы пройти большее количество тепла побыстрее, чтобы оно прошло, чтобы было давление, мы тогда идем на то, чтобы холодную воду, так называемую, да, обратную воду, то есть больше температуры возвращать, то есть маленько мы поднимем выше, чем на, ну, по графику, потому что это должно положительно сказаться на теплее, то есть в квартирах. Вот. Поэтому дальше у нас тоже 8-9, долгосрочный прогноз. Смотрит, там 40 у нас должно прийти, но у нас все равно, когда большая температура, какая большая минусовая, то здесь, наверное, у нас всегда выравнивается температура в доме, у нас всегда вопрос возникает, когда температура 15-20 градусов. Вот. Но опять же, можно много говорить, но сегодня мы договорились, то есть вот этим методом обратным повышением температуры обратной воды,